Жизнь в Хакасии с начала года подорожала на 2,5%. Таковы официальные данные статистики. И это больше, чем в соседних Тыве и Красноярском крае. Самую большую прибавку в республике дали продукты. Рост на 4%. Непродовольственные товары и услуги подорожали примерно на 1,5%. В соседних регионах еще меньше. Это еще раз напомню, почти за полгода. За один месяц, за май, по статистике, цены практически не выросли. На продукты вообще увеличение не зафиксировано. Те, кто ходит в магазин, магазины и на рынке с официальными данными вряд ли согласятся. Стоимость продуктов растет, причем ощутимо. А вот как так происходит, что реальная картина не совпадает со статистическими данными, вопрос остается открытым.